Государственный национальный природный парк Кокшетау занимает более 182 тысяч гектаров и насчитывает около 300 видов животных и более 600 растений. Среди деревьев преобладают сосны и березы. Это богатство охраняется лесничими и не остается незамеченным посетителями. Стараемся не допускать браконьерства. Постоянно день и ночь работаем. Есть у меня 6 егерей в моем подчинении. Они тоже самое, кто со мной, кто сам по себе выезжает, ну, для того, чтобы только не было браконьерства. В зимнее время есть у нас 24 кормушки для сибирской косули. Вывешиваем веники, вывозим кормовую соль, лизунец. Им сейчас обязательно она нужна, потому что витамины все в ней. Наряду со всесторонним наблюдением за лесом в зимнее время особое внимание уделяется питанию животных. На специальном складе для них хранятся корма и полезные минеральные соли. В этом году заготовлено 33 тысячи веников для кормления, 39 тонн кормов и 9 тонн зерновых отходов, 600 килограмм соли. Лесники дополнительно кормят зверей через каждые 8-10 дней. Важна также защита самого леса. И с этой задачей на должном уровне справляются в лесничестве. Тот же съели километр, контролируем отжиг, съедок, коктомда. Весной мы делали проталинный отжиг на 450 километров. Выдали 17 предписаний. Мы провели беседы, лекции для учащихся сельских округов, школ. Также провели международную акцию «Марш парков». В лесном хозяйстве также, не покладая рук, работают женщины. Одна из них – государственный инспектор Евгения Свист, внесшая вклад в создание Кокшетауского государственного национального природного парка. В лесной отрасли женщина проработала около 45 лет. Всю свою жизнь посвятил лесному хозяйству лесничий Карала Аскаров. За это он был награжден медалью «Ерен Енбегэушин». Большое спасибо нашей дирекции, нашему филиалу. Я проработал много лет и всегда с душой. У нас лесничество около 16,5 тысяч гектаров. Есть 14 госинспекторов и 2 лесных мастера. Вместе с ними стараемся хорошо выполнять свою работу. Когда в национальном природном парке трудятся такие люди, можно быть уверенным, что природа и животный мир находятся в надежных руках. Оксана Матасова, Тумарын Бабасанова, Сабырбек Шериазданов, Джамбул Балтаев, Кокше Акпарат.